На образование денег не жалко. 500 миллионов долларов пожертвовал Фил Найт, основатель Nike Университету Орегона. На сегодняшний день это является самым большим частным пожертвованием для общественного университета. На деньги Nike Орегонский универ планирует построить 3 научно-исследовательских центра и обеспечит работой ученых 30 человек. Получат гранты еще 250 аспирантов. А также запустит несколько новых научных проектов. Knight has softened in his later years. Well, this part is still the same. His personal fortune is now